Это победа. Ну-ка, танканем. Нет, не получилось. Не сегодня. И балам. Изи, 6 фрагов. И куча дамага. 5000 дамага, вы представляете? Есть пробитие. Обзор на Шкоду PGS уже на канале, а сейчас мы будем обозревать VZ44-1. И давайте его исследуем. Так, покупаем. Обучаем до 70% экипажа. Переходим к танку. Все, танк готов к тест-драйву. И первый бой мы скатаем в полностью стоковом состоянии. Так, и нас закидывает к танкам 7 и 6 уровня. По сути, мы сейчас находимся в топе списка. Заметьте, танков из ветки Чехии довольно-таки много в рандоме. Давайте нажмем все бустеры и закатим в этот бой. Кстати, забыл поставить вторую ремку. Ну, ничего страшного, поели на форсаже. Сразу встанем на точку А. Будем тестировать изначально его броню. Я думаю, она есть. Ну, по крайней мере, надеюсь на это. По цифрам в ангаре сложно сказать. Надо увидеть этот танк в реальном бою. Так, и... давайте, ну-ка, от борта. Слушайте, пробитий-то не хватает. 490. А это что за такое? 490, так, это Штурр-Эмиль. Господи, ну у нас, конечно, крошит тут. Жестко. Еще и ПТ-шка там стоит. Смотрите-ка, а. Не, надо сейвиться. Надо сейвиться. Все прям печально. Нет, в стоковом состоянии этот танк, конечно, ужасен. Просто ужасен. Давайте прожмем адреналин. Так. Точность неплохая. Вот точность это 100%, один из коньков этой ветки. И стабилизация тоже хорошая. Так, ну-ка, голда. Ой-ой. Не залетело, не зашло. Так, а сейчас? Ну-ка, может, в комбашню? Блин. Чуть-чуть выше ушло. Ну, хпшек у нас мало. Блин, КВ-2, зачем ты подставляешься, братан? Давайте еще раз попробуем. Ну-ка, в пиксель. Опа, а что за задержка была? Так, а он здесь будет? Ну-ка, сушка, сушка. Вот эта сушка, она меня просадила в начале боя. Вот это очень плохо. Давайте разворачиваться. Так, форсажик нам поможет. Да, в стоковом состоянии скорость поворота корпуса очень слабая. Прям вот действительно. Можно попытаться от борта отыграть. Так, ну-ка он. Понял, в маску. Улетел в маску. Я тут один, что ли? Нет. Так. Давайте от заднего ромба. Ой-ой-ой. Блин, нет. Сухарь у них очень агрессивно играет. Ой, это какой-то статист, видимо. В этом бою мы смогли нанести всего лишь 900 урона. Это категорически мало. И я вам советую первым делом вкачать движок. Потом вкачать гусли. И только после всего этого вкачивать пушку и башню. Вот, соответственно, во второй бой мы поедем в полной комплектации. Погнали. Ну и снова, заметьте, мы находимся в топе списка. И вот в таком состоянии я рассчитываю нанести трешку урона. Вы посмотрите, как он хорошо ворочается теперь, а? Вот прям реально заметно. То есть, ну, комфортно управлять танком. И скорость тоже неплохо набирает. Стабилизация шикарная. Ну, просто зацените это. Так, ну-ка, КВ-2. А вот сводка тяжеленькая. Не повезло. Не сегодня, не сегодня. Так, точка С. Ну-ка, хватит нам обзорчика, нет? Не хватит. А вот здесь могут ПТ-шки стоять. Так, вот он. Изи, просто изи. Нет, стабилизация реально отменная. Это фишка данной ветки. Так, ну-ка, адреналин. Изи, просто изи. Это будет разнос, я вам гарантирую. Так, сушка, пожалуйста, отъедет. Вы посмотрите, как залетает, а. Даже сводиться не надо. Может быть, это из-за того, что первые бои, конечно. 661 по КВ-2 вылетело, охереть.
Охереть, мужики. Так, давайте наглеть немного. Но мне Симавента больше не нравится. Потому что у него ДПМ жесткий. Так, 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 так. Сейчас надо добирать будет его. Отлично, добрали. Так, и Франкенштанг катит. Вот у него альфа действительно здоровая. Отлично. Так, тестируем броню. Не пробьешь. Отлично, отлично, отлично. Так. Оп. Блин, не успел вернуть. Сейчас на форсажике заедем к нему. В тыл. В корму. Нет. Так, отлично. Сколько у нас урона уже? А так пробьешь? 2400. 2400 урона. Так, альфа шикарная. Для 7 уровня действительно альфа шикарная. ДПМ не сказал бы, что какой-то гигантский. Так. Это плохо, это плохо. Ну-ка. И мы остаемся против 3 танков. Надо тащить. Я считаю, надо тащить. КВ-2 у нас фуловый. 2700 урона. На кону как минимум медаль Редли Уолтерса. Опа. Это, кстати, из прошлого боя диаметра. Он сюда будет смотреть? Он сейчас охренеет, наверное. В прошлом бою я был фуллстоковый, а сейчас я топовый. Ну, мы отыгрались. Давай, братан. У тебя не получится. Просто уничтожили. Блин, чел, на КВ-2. Засейвься, зачем? Зачем ты это делаешь? Ну, я скажу, что у них проблемы серьезные. Я ведь играю это хорошо. Отлично. Так, и я поеду, пожалуй, за Кромвелем. Потому что он шотненький. Для меня. Так, точки, точки. Да я понимаю точки, но они сейчас будут это... Они по точкам могут выиграть спокойно, но я хотел бы продамажить их. Отлично, так. Главное, главное не нервничать. И сейчас едем на Кромвеля. Фугас. Отлично, все. Отлично, отлично, отлично. Так, мне надо затанковать одну тычку. Все, это победа. Пацаны, это победа. Это победа. Ну-ка, танканем. Нет, не получилось. Не сегодня. И балам. Изи, 6 фрагов. И куча дамага. 5000 дамага, вы представляете? Но это 100% мастер. Так, 5000 дамага, воин. Медаль пула, 6 танков. Ёшкин Макарёшкин. И 19000 опыта. Я считаю, этот бой достоин вашего лайка. Давайте подведем итоги ПВЗ-44-1. Я считаю, что он достоин вашего внимания. И единственное, что вам требуется, это прокачать все модули. И тогда танк заиграет, действительно заиграет. А с вами был Mad Max. Уже скоро выйдет обзор на танк 8 уровня.